Так, всем привет, мы продолжаем проходить Monster Hunter World. Я тоже уже все почистил. В общем, нам надо победить двух виверн огромных, сложных. Одной я всрал уже. Рогатой скотине. Предлагаю пойти попробовать надрать зад еще другой, которая огненная. В принципе, я думаю, можно прям сразу пойти, да и все. Попробую подраться с огненной, посмотрю, насколько с ней сложнее. Так, она будет... По-моему, вот в этом, из этого лагеря, либо из этого. Из этого. Так, заказы, которые я выполнил. Что это там мигает? Погоди, а что это там? Как туда пройти? Ладно, не суть, наверное. Так, господи, вот это вот опять меня выбешивает. Тоби Кадачи нахер нужен. О, хряк.
Здорово. В прошлый раз я прям сразу нашел его. Как-то повезло прям. А в этот раз я что, даже не знаю, куда идти. Мне все наверх показывает, наверх. Наверх там следы Тобика Дачи. Нафига он мне нужен? Так, господи, не он. Он мне не нужен. Я иду по его следам. Значит, мне надо уйти с его следов. Но это существо тоже где-то здесь было, где-то вот в этой локации. Или оно теперь уже не факт, что будет в этой локации, не знаю. Как бы не хочу идти к Тобика Даче, я бы сейчас пошел специально по другому пути, в другую сторону. Это кто? Это Тобика Дач? Кстати говоря. Я не помню. Фу. Куда я спрыгнул? Надеюсь, тут не будет какого-то огромного монстра-паука. Что сплошная паутина. Так-так. Аньянат. Нет, аньянат тоже не нужен. В отличие от Тобика Дачи, он агрессивный. А,
А, вот сюда я шел. Вот тут же было это. Вот, и нашел этот путь. Но не факт, что он сейчас будет здесь. Может, он где-то вообще в другом месте теперь будет. В прошлый раз он был здесь, короче. А, ну смотри, здесь следы вообще есть. Так-так. Следы есть, значит, он здесь все-таки. Пока найдешь его, блин. Замучаешься. Как с Легианой будет. Идти хрен знает сколько до его логова, до его места обитания. Попробуем играть аккуратно, не поначалу хотя бы. Не особо жадничать. Опа. Охереть. Что происходит? Уйдите нахер. Мне кажется, рогатый был проще. Я уже это ощущаю как-то. Рогатый по ощущениям был попроще. Визуально, по крайней мере. Он хотя бы не летал. Аккумулятор разряжен очень вовремя, как всегда. Блин. Все? Нет.
Ой, блин, уходи, уходи с траектории. Да, проблема в том, что он постоянно летает. У меня как бы оружие очень ближнего боя. Супер ближнего. Да капец. Ой-ой-ой, я загорелся. Ну? Как себя потушить? Еще раз. Блять, он меня еще и... Он меня еще и... Это... Отравил чем-то, гад. Слушай, рогатый был проще, по ощущениям. Он рогатую хотя бы можно было достать, и у него были более такие предсказуемые атаки. По сути, таранды и все. Просто уворачивайся вовремя. А этот летает, хрен достанешь до него из-за этого. Еще и стреляет огнем. Еще может это заразить. Ранить противо этим ядом. Блин, классно. Да, ну вот видишь, опять. Ты гад. Вот он взбесился.
поэтому... Улетел. Ну, блин, пока он в этом состоянии, я даже не знаю, что с ним делать. Поэтому я просто... просто убегал. Старался выжить, короче, просто, и все. Я подумал, что это лучшее... Что я могу сделать? Но пока он сидел на земле, кстати, неплохо мы ему настучали по голове, по-моему. У него не особо... Если попадать по голове, у него прям очень слабое это место. Быстро выбивается он из равновесия. Но когда он в воздухе, это почти нереально вообще что-то с ним сделать. Слушай, тут тесно как-то. Блин. О, сел. А теперь вот попробуй, называется, выживи. Ага, хер там, хер там, хер там поймать. Хотя бы потух.
Блин, опять загорелся. Не, не достаю я его. Что ж делать с ним, когда он летает? Так Тобикадач мне не нужен. Блин, да не Тобикадач. Да, блин, он слишком далеко был. Нет. А. Я что-то не припомню у него такого удара. Да блин, ну что ты делаешь ты? Дерьмово, плохая локация какая-то. Ой, да господи. Отстань от меня. Только не Тобикадачи, давай это. Ты же не злой? Этот раунд вообще ни о чем был. Мало ему снес. Только уворачивался и уворачивался. А не она тут еще где-то ходит. А эту крылатую скотину я уже вижу. Опа. Ху-ху-ху. А не она-то достанется сейчас.
Они делают вид, что он вообще не при делах. Блять, почему он за мной-то бежит, я не пойму. Твою мать. Тут некуда бежать. Некуда прятаться, точнее. Мне страшно. Уходим. Нахер. Там тупик вообще был. А не она та еще мразь. Как вы поняли. Все, все, отвали от меня. Или он никак не отвалит? Я, кстати, это место уже помню. Да. Господи, отвали, а не она, ну. Мне сюда, скорее всего. Не знаю. Наверное. Стоп, а этот... Он кончается и так сам по себе, даже если я его не трачу, он кончается, получается. Да куда ты полетело? Твою мать. Сука, а? Блядь. Лангую, мне просто не хватит времени. Куда теперь-то? Светлячки. Куда-то наверх мне по-любому, ну то есть. Наверх, но. Наверное, по дереву, поэтому. Нет? А, вот тут. Вот тут. Блин, слишком много времени на
Беготню за ним трачу, я просто не успею, мне кажется. Господи, опять ты, блядь. Как так? Это полез. Мне надо за ним куда-то, небось. А, вроде нет. А тут такой проход незаметный. Мне сюда или куда? Охереть. Я в лагерь пришел. Зачем? Мне ж не нужен аньянат, блин. Жалко, что тут ограничение по времени, блин. Немножко пересрался. Да, и наконец-таки приближаюсь опять к тому месту, где он был в прошлый раз. В самый первый раз. Только что-то не понял, это теперь меня... Куда ведет меня теперь? Куда дальше-то? Это как будто бы закончилось все. Он улетел, что ли, потому что... Или что?
Пока я его искал, он улетел. Он же был здесь стопудово. Где ты, сволочь? Куда он улетел? Он прямо где-то рядом. Просто как отсюда выйти? А, тут есть проход, отлично. У меня же покров опять восстановился. Черт ногу сломит тут. Где он, блин, вообще ходит, летает, твою мать? Осталось 10 минут, шикарно. Что вы хотели, да? Ну и? Куда дальше-то, светлячки? Вниз? Хотите сказать? Или куда? А, так он вернулся к себе, блин, в эту. В гнездо. Да я понял же, блин, чё мне эта метка сраная. Началось. Садись. Посидим. Никак не хочет садиться. Легиана была посговорчивей. Ах ты гад. Блин! Это да. Я ж обгорел.
сволочь. Вообще неплохо так и наколошматил. В принципе, он сейчас дрался и такой подумал, что вообще вполне себе можно ее побить. Но если бы вот я не тратил столько времени на поиски, на беготню, ну или если бы это время было бесконечно. А так вот сейчас 5 минут у меня осталось, пока я найду ее, блин. По идее, она должна тут сидеть. Просто панель пропал, потому что, ну, скорее всего, у нее еще слишком много хп. У меня нет времени просто. А, сволочь, ушла. Как с Легианой будет, короче. Будет просто не хватать времени ее добить, потому что слишком долго за ней бегать. Ну и плюс еще надо долго уворачиваться. Нельзя в наглую переть в лоб. О, смотри, она почти сдохла уже.
время вышло. Блин, она уже лежала, спала уже предсмертно. Не хватило мне времени. Слишком долго я бегал от этого сраного аньяната, сука, который мешался. Она уже лежала, блин, уже спа... Вот это спит, это значит все, она типа уже... Предсмертный пытается восстановить там силы в гнезде. Поэтому, по сути, я мог бы ее сейчас добить. Я просто, ну, сейчас в наглую пошел, потому что понимал, что уже все, последние секунды уже идут. Легиану тоже убил на последних секундах. А тут не получилось, чуть-чуть. Не хватило времени. А, Кэсси, как можно было бы сказать. Обидно. Прокачать бы оружие, чтобы побыстрее сносить ХП ей, но, блин, для прокачки оружия нужно много мне костей чудовищ. А костей чудовищ, я так понимаю, с больших можно только снять. То есть мне надо, блин, пойти и от Аньяната отфигачить, что ли? Несколько раз причем. Ладно, будем думать, что делать, идти качаться или еще раз попробовать пройти там как кого-нибудь из них. В принципе, они не то чтобы непобедимые, но надо аккуратно драться с обоими и аккуратно, но быстро. Будем подумаем, может быть, я пойду еще подерусь с одним из них или пойду покачаюсь. Увидимся, в общем, в следующий раз и решим. Пока.